блин, вроде сделать чай, а тут ну, что-то прям лень вставать, пить хочется чайку. Только надо идти. Блин, пожалуйста, я прям не только я нормально устроюсь, мне очень хочется чайку. О, стоящий друг, давай. О, ничего себе. Настоящий прям друг. Ну да. О, очень хороший прям. Но знаешь, блинчик, есть и плохие друзья. Итак, ребята, сегодня у нас ролик хороший против плохого друга. Давайте мы их покажем. Давай, ну, блинчик, не оставишь. Что этот старшеклассник тебя сделает? Ты просто на него внимания не обращаешь, все. Я так не обращаю. Ты как бы не обращаешь на него внимания, он тоже к тебе лезть, думаю, не будет. Поэтому просто забей на него и все. И он тоже про тебя, думаю, забудет. Здорово, блинчик, что плачешь? Что тебе, кто сделал, что? Да, ты почему из класса Б? Что, это обидел тебя, что ли? Да я иду спокойно, он опять заедается, блин. Так давай, а он стучи вот так вот его, на забив вызовем, и забьем его. Да не надо, потом опять будет бить меня. Да что такого, давай ему еще банок понаставим, нормально будет, тащи его, что такое. М? Да он потом снова опять не будет проходить, давай. Да не знаю, хотя бы может. Не знаю, что ему поджопников надавать, а? Ой, ну ты, конечно, вообще... Чё уж там, ну давали бы ему, и всё бы, не заедался же больше. Да не надо, пойдём в Соник играем. Соник, ну пошли. Кстати, Брунчик, это, помнишь, я у тебя неделю назад, типа, ты мне колонку давала на неделю? Да, да. Вот, кстати, как раз, наверное, сегодня тебе её вот отдам. Спасибо, я нормально так музычку послушал. Здорово, Брончик. Здорово, гость. Прикольно, это такая комната просторная. А дышится круто. Так, ну что тут есть? Стоп! А это не моя книжка про животных, которую я тебе на неделю давал. Да, просто за счет я забыл тебя. Ничего себе забыл. На две недели уже скоро. Ладно, заберу ее с собой. Так, ладно, что тут еще есть? Стоп! А это не мои случайно фломастеры. Я же тебе их вроде на прошлом уроке на ИЗО давал, а урок был неделю назад почти. Потому что заинтересовался и порисовал, и забыл тебя дать. Забыл дать. Ладно, тоже, наверное, с собой заберу. Наконец-то хоть верну, а тут тоже рисовать уже нечем. Ты скажешь, сколько всего потерянного нашел. Моя сумка! И она тоже тут! Да. Точно моя сумка, я уже не знаю, с чем в школу ходить. А ее ты почему забыл мне отдать? Ну давай, рассказывай. Вот ты когда приходил ко мне, да зайди, а ты ее забыл. А позвоните, нельзя было потом отдать? А, Брончик, ладно, чё уж ты. Ладно, короче, нашел все вещи, давай в Соньку поиграем. Алло, мам, да? Да, у Брончика в гостях, а чё? А, окей, сейчас прошу, давай. Слушай, Брончик, мне Машка сейчас позвонила, она сказала, что твоей маме она неделю назад отдавала цветок, и, типа, нужно это обратно взять. А где он? Вот. Чё, где он? А, это вот этот? Ну ладно, как его домой, конечно, конечно. А, портку или, ну ладно. Ладно, короче, сейчас точно, наверное, хватит уже. Пошли играть в Соньку. Ух, представляешь, Брончик, я вчера на турнире по матчу по футболу 3 раза гол забил, представляешь? Ну вот у меня вроде мама снимала, вроде вот смотри. Вот смотри, видал? Ничего себе. Да. Видал, вот забил. Поэтому. Хе, я не вру. О. Здорово. Здорово, Брончик. Опа, че это, часы что ли какие-то? Ну да, новенькие, не вот помню. Че, реально, типа, если в воде будет, вообще пофиг им будет. Да. Я не верю, вот они прям немного по-другому выглядят. Мне кажется, они не очень-то настоящие. Опять не походу ты врёшь. Вы не принцами, ну нет, ты чё? Я такие же, он фикс прайс видел, ты чё? Да, Брончик, ты, конечно, любитель поврать, конечно. Какое? Настоящее. Ладно, не верю я тебе. Понятно, Брончик, что часы у тебя, конечно же. А пока ты шо, я к тебе. Как тебе шо?
телефон, что ли, купил? И что, внутри, типа? Что-то я не верю. Ну-ка, давай-ка проверим. Так я и знал, что опять обман. Нету никакого телефона. Как всегда, Брончик обман. Да, походу, они тоже не настоящие. Ну-ка, давай-ка проверим. Я знаю, как проверить. Палят оригинала. А, понятно, палён. Ну-ка, давай-ка еще я смотреть надо. Да, конечно, палёный. Ну, ты, Брончик, вообще мастер просто вот луна. Вообще, конечно. Давай, иди. В другом клавиатуре, ну точно не мне. Так, малой, давай быстро говори, кто украл у меня мяч. Я не знаю. Да как ты не знаешь, я знаю, что ты в той шайке ходишь. Давай, говори, а то я тебя ведь вообще никогда не разберу. Хоть всю тут ночь лежи. Да и буду. Говори, кто взял мой мяч, быстро. Так, малой, значит, говори, кто украл у меня мяч. Говори, а то всю ночь тут пролежит. Давай, говори, кто. Вон тот. Вова, Башков, который живет через коридор. Ну, так бы сразу, так. Пойди, значит, со мной пойдешь. Чё он меня ещё украл? Велик ночью. Кто-то, я думаю, что-то мне велик грязный какой-то. Ночью, значит, погрязить. Ну, всё, тогда точно мы к нему идём. Ну, чё, пошли тогда, пока где он живёт. Давай, пошли. Где этот там? Во, Горшков этот живет. Ух, надеюсь, ему понравится мой подарок. Он же так о нем долго так мечтал. Привет, Брончик! С днем рождения тебя! Спасибо, вот спасибо. Подарок. Че, можно мне выйти туда? Да, входи. Так, я поставлю себе подарок тут. Вот. Че, Брончик, может посмотреть подарок? Я тебе там. Да. Ты об этом очень долго мечтал. Давай, смотри. Что? Колонка. Да, ты же не так долго мечтал. А, нюхай. О, думаю, не запалит, что там ничего нету. Здорово, Брончик. Нюхай. Вот я пришел с подарочком. О, как долго тебе шел, так долго очень. Да, может, потом вечером посмотришь, когда уже это все уйдут, типа, в ожидании всего, так круто будет. Откроешь, может, потом. Нет, ну мне сейчас прям хочется, у меня что-то такое. Не знаю. Может, не надо. О, там ничего нет. А, это пранк такой. Я просто тот подарок, который тебе подарить, я, наверное, дома его оставил. Наверное, сейчас вот схожу, наверное, и приду, наверное. Вот. Не сработало. О, что-то я Брончик комнату. Крутая она такая, обширная. Ну что, уроки будем тогда делать? Да, сейчас. Вот на этом столе можно, да, делать уроки? Да. Там же, кстати, вроде этот, домашка-то немного вроде задали, да, ведь? Там всего лишь 5 заданий. Ну, этого очень, кстати, мало. Ну, кстати, реально, шикарная комната. Это твои кубки? Да. А можно потрогать? Поддержать хотя бы? Вау, крутые какие. Это за забег, да, получается? Да. А это за пение, да, типа, пел в хоре и лучшее место занял. Вау, какие крутые кубки. Блин, прикольно. Так, да где же ты, Брончик? А, вот ты где, я тебя по всему дому уже разыскался. Капец, дверь была открыта, я и зашел. Кстати, тебе вот это письмо от бабушки. Я там, это... Да я пока шел, типа, посмотрел просто, типа, что там написано, что там напечатано. Ну, если ты все просто берешь. А ладно, кого там? Это, ладно, ты пока тут это, со урок, я пока в туалет схожу. Так, 6 у нас там 36. Вкуснятина, какие вкусные конфеты, Брончик. Где ты их купил? Где ты их купил? Там мама покупала в магазине Лего Сейлас. Ну ничего, я думаю, я тут немножечко так съел. Ага, немножко там почти. Ну тут вот столько было, а я... Нормально так вроде. Да гостям хватит, я думаю. Вот как же тоже надо просто собрать. Вообще крутая тачка. Блин, время, наверное, уже много это. Наверное, пора выбирать игрушки. Поможешь мне, пожалуйста? Да. О, спасибо, давай. Прибрать хоть.
Ух, ну я думаю, времени уже много, наверное, пора прибирать игрушки. Поможешь мне? Да. Давай машинку просто туда складывай. Да, я складываю. Бон, куда маркер положить? А, там на тот стол можешь положить. А что там упало? Я сейчас схожу в туалет и иду домой. А, ну окей. Тогда. Мне кажется, брончик подворовывает. Это же его портфель. Ничего себе тут. И конфеты как раз ваза пустая. И машинки, и все у меня украл. Ну, брончик. Ну ты сейчас помнишь, конечно. Фу, Кэбис, мы долго сыграли. Уже стемнеть успело. Что тогда под мам, наверное? Давай, пока. Хорошо сыграли. Так, ну блин, капец, мы, конечно, долго уже сыграли. Уже стемнеть успел. Что тогда, по домам, наверное? Какой еще такое? 8 часов. Ну, а что еще-то делать? Два в комп и 2 часа поиграем. Ну, не 2 часа, давай хотя бы 30 минут. Пойдем. Брончик, уже больше полчаса прошло. Сколько можно уже играть, а? Долго ты еще там? Ты где на спасёнок? Когда я... Я бы разбужу. Ну ладно, я тогда спать пойду. Ты это, давай, ты тоже закругляйся. Брончик, ты все еще здесь? 7 утра уже? Сколько можно? Ты что, даже не уходил, что ли? Нет, вообще не чувствую. Капец, 7 утра, ты всю ночь тут просидел, ё-моё, да, капец. Здорово, либо продолжишься сутку. А что, нет, вообще там... нету, да? Ну нет, ну, я там нагрелась. Ну, через неделю тогда отдашь, ладно? Да. Ладно, сейчас. На, сотку. Давай, через неделю жду. Вот. А такой иди через... О, блин, уже неделя прошла. Интересно, брончик, у меня все... эту сотку? Офигеть, только тебя вспомнил, и ты тут сразу же. Ну все, брончик, неделя уже прошла. О, красавчик, вот тебе можно одолжать деньги. Вернул, красавчик, вовремя. Косарик это уже. Какой косарик, ничего себе! Соточку. Ну соточку, ладно, косарик, блин, так. А ты точно вернешь через неделю? Конечно, я верну. Ладно, давай через неделю что-то верну. Я дальше. Фу, капец, уже неделя прошла, как я брончику отдал сотку. Так, сейчас позвоните. Так. Где его номер? Алло, брончик. Алло. Сотку одолжить? Ой, что-то тебя плохо слышно. Я тебе перезвоню. Поверил. Так, мне же надо сейчас скоро гулять. Так, одену-ка я худачок свой любимый. Фу, как от него пахнет. Брончик! Слушай, Брончик, я хотел гулять пойти худак. Придется в сером идти. А вот этот черный, пожалуй, закинь в стирку. Что-то от него воняет уже. Грязный, походу. Так, что там по времени-то? О, как раз, кстати, уже гулять пора. Так, одену-ка свой любимый худачок. Фу, как от него пахнет. Брончик! Ой, слышь, Брончик, короче, это у меня худак что-то пахнет. Закинь его в стирку, пожалуйста. А я пока другой одену. А вон, пока я возьму брата с куда. Фух, ребята, мы, короче, вообще многое, оказывается. Мы, кстати, много, оказывается, знаем хороших и плохих друзей. Так что вот мы вам сегодня показали, поэтому делайте выводы. Никогда не будьте плохими друзьями, обязательно будьте хорошими. Ну, плохими это не очень быть. С вами просто потом друзья не будут дружить. Всегда будьте хорошими друзьями. И сегодня мы вам показали хороший против плохой друг. Если вам понравилось это видео, обязательно влепите ему в душу лайк.
Не забудьте про красную кнопочку подписаться. И напишите хороший комментарий, а не хороший, плохой. Потому что будьте хорошими. А с вами был канал Г2, с вами был я, Глеб Барончик. Всем удачи, всем спасибо, всем пока-пока.